чем мне тогда заняться? Ну, сначала, конечно же, рекомендуется открыть правила. Хотя нет, стоп, давайте знаете, как сделаем. Вот основные правила РП. Давайте я буду сейчас играть без памятки. Я не знаю, как вам доказать то, что я буду без памятки какой-то играть, правда. Но вот, к примеру... Блин, а как бы реально так сделать, чтобы вы поверили? Ну вот смотрите. Вот у меня здесь мой паблик открыт. Там еще пару вкладок, сериал и форум по машинам. VoiceMod и Steam. Больше у меня ничего нету, GarrysMod вот. И единственное, где у меня правила есть и вы их увидите, это будет вот этот вот оверлей Steam. Но я не буду подглядывать в правила и буду анализировать ситуацию, ну, чисто исходя из того, вот, что я думаю по этому поводу. Ну, к примеру, чел что-то сделал, нарушение ли это, по моему мнению, или нет. И после этого я буду сверяться с правилами на всякий случай. Если там реально что-то попадает под нарушение правил, то тогда мы будем с этим челиком разбираться. Потому что я со вторым монитором слишком сильно упростил себе задачу в поиске дебилов, и раньше я, когда у меня не было второго монитора, когда я не взял там моник какой-то чуть-чуть побольше, я играл с одним монитором, там, зимой 22-го года, кажется. И я просто вот, ну, вспоминал там что-то по правилам, что я знаю, и как-то мог это всегда объяснить. А тут я сейчас сижу, у меня раз правило на ладони, я быстренько нашел челика, выкинул, и все такое, все, готово. Дело сделано, как говорится. А все, все. Теперь надо себя пересилить и теперь опять без памятки гонять. Я точно не помню, но полиция здесь, кажется, не может вне КЧ. Сосед, блять. Вне КЧ ходить с оружием в руках. Но я на быстрый выбор поставлю. Сначала ты обрабатываешь челикса тазером, а потом уже дальше по накатанной схеме. Лицом к стене, только без пятика на пол. Что нам нужно для комфортной игры за мента? Обязательно чекнуть законы города. Первый закон нам говорит о том, что если человек находится вне своего помещения, то есть он в любом другом помещении находится, да хоть у друга, если вот так вот докапываться, то его можно будет посадить. Вот так вот он интерпретируется на более-менее понятный язык. Не у себя дома, не у себя, не в квартире, в которой ты прописан, а в какой-то левой, там, даже в гостях. В тюрьму. Запрещается убийство, я думаю, тут объяснять не стоит, да? Ну вот давайте реально представим, что я не знаю здесь правил, я не могу их конкретно сейчас открыть и проверить там все нюансы и так далее. Но чисто отталкиваясь от того, вот как человек размышляет, можно попробовать поиграть. Ну, а я ничего вам не обещаю, то, что я буду без каких-то нюансов, без каких-то ошибок отыгрывать, пытаться мента. Ни в коем случае. Я 100% должен буду ошибиться. Сопротивление и невыполнение сотрудникам требований является нарушением закона. Денежные принтеры запрещены, вандализм и порча имущества, точнее, хулиганство. Я его арестую, стойте. Хит-парад долбоебов на Dark RP объявляется открытым. И первый претендент у нас — это челик на мафии, который решил, что он Робин Гуд. Разумеется, это его друг, и он хотел его защитить. Иначе какой бы он был друг после этого? Но стоит взять во внимание то, что его друг такой же, как и он, болван, который решил просто так спровоцировать полицейского, напав на него и потом решив убежать. У камуфляжного нон-РП Фридамака, у защитника просто нон-РП. Что это? Хорошо. Приветствую. Да, здравствуйте. Приветствую. Приветствую. Слушай, я по логам смотрю, ты двух гостников убил, а зачем? А они моего друга хотели арестовать, я его спасал. Да, ты понимаешь, что ты это сделал в людном месте? Комната в людном месте. Никто не видел, никто не заметил. Как никто не видел? Там люди были, послушай, там были люди, которые все это видели. И твой друг остался связанный в наручниках. Да, твой друг остался связанный в наручниках, ты полез на сотрудников среди города. Мы в квартиру рядом, мы были рядом в квартире, это было не стоит. Я прекрасно знаю, где это было, я там умер. Так понимаешь, вот тэпни мне хоть одного игрока, который это видел. Послушай, а самого факта, что ты это сделал в людном месте, тебе недостаточно? Ну смотри, например, хорошо, любое место можно считать людным. Ты можешь его считать как захочешь, но правило есть правило. Ты возле въезда в город, возле вокзала. Номер правила скинь мне, пожалуйста. Это не совсем. Это сзади кондитер. Но
НРП правила. Номер правила где? НРП правила. В людных местах на двух полицейских, как раз таки, там, где находится вокзал, ну, на людей, наверное, не кидаются со стволами. Я могу тебе... Да, если вообще углубиться, слушай, если ты так хочешь подискутировать, если углубиться, то, что твой друг сделал, тоже тянет на нарушение фридомага. И НРП, кстати говоря, тоже. Зачем? Зачем он берет, провоцирует госсотрудника, который явно выглядит как госсотрудник в этой экипировке, на то, чтобы за ним побежали, или что? Для чего вы это делаете? Вот ты захотел, да, там, типа, постреляться. Твой дружок сагрил, нарушил фридомаг. Я не хотел постреляться. А, ну так, а кто тебя тогда за руки тянул, чтобы ты начал расстреливать госов? Ну вот, видишь. И там, и у тебя, и у друга, по факту, и выходит НРП. Я же говорю, тут дело в ситуации. То, что ты, к примеру, просто друга хотел спасти, возможно, да, тут нету НРП. Но то, где ты это сделал и как ты это осуществил, это и есть нарушение НРП. Я больше не буду объяснять, пытаться, я тебе просто выпишу срок в соответствии с правилами. И если ты чем-то недоволен, то ты можешь подать жалобу или же написать на форум. Людям очень сильно не нравится, когда кто-то очень хорошо знает правила. Ну или лучше, чем они сами. Базару ноль, любой администратор, который админит очень долго на каком-то серваке, он будет в миллиард, наверное, раз лучше меня знать правила наизусть, от корки до корки и так далее. Я на это никогда не претендовал. Не меня арестовал. Ну, допустим. Ты там люди, достал, бери оружие, мусор, я с тобой нормально общаюсь. Мусор, обернись. Оскорбление госсотрудника. Ну, они пиздец натерпело тупой, блядь. Ага. Мразь, блядь, и такая просто, блядь, дота же, блядь. Я тебя найду и убью, ты понимаешь этот факт? Да кого ты найдешь, меня убьёшь? Кусок да что ты, блядь? У меня знаешь, сколько оружия на помойке? Вот этот человек, да, тоже тебя может убить. Я могу ему сказать одно словечко, и он тебя убьет. Я тебе могу просто хуем полбу настучать. Вот славянский люди, просто пришиб хуем, знаешь, нет, сынок? Алло, чертило тупое, блядь. Даже смерти. Не спрашивай, откуда у меня номер. Оборачивайся. Ты шо, я в админзоне, чё оборачиваться? А ну ты, он до сих пор думает, что я в РП-профе. Ебать, он слепой может быть. А ты полицию провоцировал зачем-то оскорблениями? А, ну да, в принципе, это не по профессии, но это получается нон-РП. Да, да, это нон-РП. Зачем ты вообще это делал? Можешь просто сказать? Ну, просто скучно как-то было. Ну, собственно, это и есть причина. Все, можешь банить. Не, я, наверное, думаю, простить это не такое прям серьезное. Окей. Просто, спасибо. Ну, давай так не делай. Если сделаешь, я тебе уже тогда со всеми вытекающими выдам бан. Окей, ну да, это там будет тогда NRPX2. Это там на 3 часа вроде. Нет, это не X2, это будет все же по правилам первое твое нарушение, за которое ты получишь наказание. Но я уже тогда буду больше следить за этим. Окей. Так, ну что, он меня там ищет, да? Ну давайте. Надо, чтобы он меня убил. Только мне надо найти этого бомжа, привлечь его внимание. Но он же хотел отомстить, правильно? Правильно. Ну пусть мстит. Я ему не буду ни звонить, ничего делать такого. Пусть он сам меня найдет. Он же хотел меня найти, давай. Вместо. Серв. Сюр. Фирменный фокус не хочешь? Не хочешь фокус тру-ля-ля? Ну, хочешь фокус тру-ля-ля? Умри, сука, блядь, за все мучения, которые у меня были, блядь. Я тебе говорил куча раз. Я оборачивайся. Обернулся, сучка. За спину надо смотреть, мразь. Ну ты беги, беги, сейчас добежишь. Все, то, что надо мне было сделать, я сделал. Привет. О, блядь, ну что ты... Привет, ну ты посмотри, что я сделал. Ну я поставила, ты... Так, в общем, смотри, я тебе объясняю только что на пальцах все. У тебя нон-РП. Я тебе... Почему? Давай, хорошо, я тебя высу. Отомстил за арест. Это считается нон-РП. НРП? Я тебе говорил, потому что ты со мной огрызался куча раз, я тебе объяснял то, что, мол, так не надо делать. Я тебе говорил еще раз, куча раз к тебе подходил, говорил, ага. Типа, ну что ты там, поясни то, что мстить вот эту всю тему. За я тебе говорю, не нельзя. Только арест.
Нет, нет. Одно дело, когда к тебе подошли, сказали, типа, вот, мол, ты там кого-то убил, ты плохой, на тебе арест. А потом он идет, блядь, искать и мстить его. Это другое дело. А другое дело, когда ты, блядь, начал, блядь, что-то выяснять со мной, я после этого тебе еще искал, хотел с тобой поговорить. Так, а я не совсем понял, зачем ты мне это все объясняешь, если это вообще не по теме. Тебя арестовали теме, перед арестом, ты предупредил, если, типа, арестуешь, то вот я тебя найду. Я могу еще заказать киллера там еще сверху на тебя. Тебя и посадили. Месть за попытку ареста или же арест. Это был второй раз. Арест. Я не помню, какой первый раз. Меня там не было. Первый раз — это когда ты меня там у стенки, помнишь? Возле вокзала? Ну ты в челика стрелял. Второй раз — это когда я к тебе пришел, когда я хотел с тобой поговорить. Я ни в кого не стрелял. Ну, значит, меня тебя арестовывал. Ты арестовал меня. Да, давай проверим логи. Я тебя по логам арестовал всего лишь один раз. И в любом случае, когда я тебя арестовал, ты решил мне отомстить. Так, я... Подожди. Погоди, блин, ты можешь меня выслушать? Начал искать у меня оружие, у меня было донат оружие. И я хотел потом с ним поговорить, типа, мол, зачем ты это сделал, все такое. Я вот понял. И после этого я нахожу тебя. Вот у меня, типа, ты какой-то... Просто ты у меня какой-то знакомый был. Я тебя будто... Господи, ты... Это ты тогда был. Не вижу я смысла говорить, ты типа, просто мол, без остановки разговариваешь. Был, или... Я просто не понимаю смысл мне с ним говорить, если он меня даже не слушает, просто начинает там... Я тебе сейчас вот объясню, нахуй мне ты объяснять будешь, я тебя тэпнул, чтобы тебе объяснение выдать, нарушение твоего. Чё за хуйня? Я тебе 1,5 миллиона туда скинул, гаси его! Ну алло, он нападение забрал, на человека. Он забрал, алло, да какой на... Рамилиона! В стене вот туда. Вот туда. А, это ты! В моих снах ты был у меня, кстати. Ты был в моих снах, ты знаешь? Бывает. Нет, такое. Нет, не знаешь? Много. Но я тебя, кстати, ненавижу в своих снах. Вот я не знаю, как ты в жизни, но во снах лицом, я тебя ненавижу, кстати, очень сильно. Угу. Нападение на человека. Кого я посадил там вообще первого? Я распишу нахуй посекундно, кто где сделал хуйню. Дело было так. Бомжу задонатили 1,5 миллиона в его коробочку. Технически из этой коробки стырить деньги при всем желании нельзя. У бомжа какой-то челик решил спереть коробку и побегать с ней. Это дело бомжа, а также полиции. Но никак не того челика, который эти 1,5 миллиона отдал бомжу, потому что деньги уже по факту не его, и о них заботиться надо как раз новому владельцу, а именно бомжу. Но нашему микробандиту, как и всем остальным, кто попадает сюда в ролики, не известно, что такое нормальное и адекватное поведение и оценка ситуации. И он решает начать пизделово прямо на улице, доставая оружие, расстреливая попутно невиновного полицейского, вы можете это увидеть и перемотать, и в итоге оба нарушают законы города, отлетают в тюрьму, но нарушение правил сервера только у микробандита. Вы там за челиком каким-то гнались, стрелять по нему начали, а зачем? Да. А он забрал, короче, я бомжу дал 1,5 миллиона, он коробку забрал. И не отдавал. Угу. И ты решил самосуд устроить? Ну, не отдавал коробку с деньгами, которые я дал, свои деньги, человеку. Я его за это убил. Не я его убил. Да, не я его убил. Но ты по улице пробежал так нормально с оружием. Ну, конечно, потому что 1,5 миллиона забрал. В армии ТРП такого исключения, к сожалению, нету. Можешь, пожалуйста, тэпнуть фильм, просит. А ты не наборный? Я нет, я говорю то, что в армии ТРП нету такого исключения, что вот ты... Ну, подожди, это... Нет, армия ТРП — это другое правило вообще, если ты просто бегаешь по... с городом по... с оружием. Но я же говорю, там есть своего рода исключения, к которым твоя ситуация не относится. Это не... Ну, подожди, почему не относится? Ну, давай я тебе прочитаю исключение, я вот даже сейчас сверяю. Исключение — это госслужащий в Камчатке. Какое исключение?
военные. А что у тебя войсмод? Выключи войсмод, во-первых. Но как же так? Вот ты и проебался, Артур. Наверное, кто-нибудь скажет, ведь в исключениях есть пункт «погоня» или же «перестрелка». Да, есть слово «погоня», и как раз-таки та ситуация может называться «погоней», только как погоня бомжа за вором, который украл у него сундук с пожертвованиями, но никак не микробандита, погоня за каким-то челиком. Он уже с этими бабками расстался, он отдал их бомжу, и только бомжу теперь нужно волноваться за то, что с этими деньгами будет. На месте этого бандита я бы уже давно взял профу полицейского и мог бы спокойно и законно за людьми вот такую вот погоню устраивать, потому что это будет нарушением правил города. Хулиганство, кража, возможно, и за это можно будет челика посадить. И нет, я не говорю о том, то, что вот, случится какая-то там ситуация, я быстро возьму профу полицейского, приду наводить порядок в это же место, потому что там что-то вот произошло. Это будет джипобус, а также НЛР. Я говорю о ситуации, которая могла бы случиться в принципе, и в этот момент я бы был каким-то ментом. Так, ну и в завершение, на момент съемки этого ролика, я все больше и больше склоняюсь к Арми ТРП. То есть ему грозило на тот момент всего лишь 5 минут джайла. Ребят, вы понимаете, что такое 5 минут джайла за нарушение на Dark RP? Это пыль, это хуйня, это ничего абсолютно. Но нашему долбоебу это, конечно же, не нравится, как и сам факт того, что у меня как-то немножечко изменен голос. Далее идет погоня, перестрелка, замаскированные игроки. А ты войсмод можешь выключить? Ты будешь по теме разговаривать? Нет, выключи войсмод, пожалуйста. Не будешь? Подожди, сейчас, секунду, меня просят топнуть какое-то. Тогда выдай себе, пожалуйста, 5 минут. Нет, войсмод вырубил, и тебе давай за войсмод. Я еще раз прошу, чтобы ты себе выписал за армитр тэм. А ты себе за войсмод въебешь, нет? Въебешь? Сейчас, подожди. Мина, у него войсмод. Он отказывается. Стоп, кадр, мне нужно вам кое-что пояснить. Далее, этот полуфабрикат будет отговариваться, что вот, мол, я такой плохой, у меня оказывается войсмод, и за это наказание куда больше. Но вот этими скукареками про войсмод, про то, что он не будет выдавать себе наказание, пока я не выключу войсмод, то, что он ставит условия на жалобе, на которой он нарушитель. Он зарабатывает нарушение правил донатной администрации, а именно отказ от выдачи себе наказания по решению разбирающего администратора. Он реально мог улететь просто на 5 минут в джайл за нарушение армии ТРП, и про него бы все благополучно забыли, приняв его за какого-то рандомного дурачка, ну который, да, оступился, нарушил правила и пошел отсиживать наказание. Но всему этому он предпочел отказываться выдавать себе наказание, он затягивал время проведения этой ситуации, пока он ждал администратора повыше. Он также неоднозначно отвечал на вопросы, выдаст ли он себе джайл или нет, и вуаля, у него уже несколько дней бана. А, ну еще умудрялся условия ставить не на своей жалобе. Мол, выключишь войсмод, и тогда я подумаю, что-то выдавать себе или нет. Перед вами эталонное ебаное донатное быдло, коих в Гаррисмоде пруд пруди. Сюда заходить чисто с огнеметом, больше ни с чем другим. Привет. Видите, у него войсмодик. Я нарушение заметил у человека. Я склоняюсь к нон-РП и армии ТРП. Почему? Там ситуация такая, то что не перебивай меня. Первое предупреждение тебе последнее даю. Ситуация такая была, то что там получается. Сейчас, можно одну минутку, пожалуйста, я кое-что уточню и вернусь. А ты здесь на жалобе или ты ждешь админа какого-то? Дружище, ты тут на жалобе или ты просто так, присутствуешь? В принципе, все, я готов. Слышишь, у него восьмодик. Да мы тебя все прекрасно слышим, что я ты плачешь человека, об этом. Короче, господи. Я расскажу своего лица. Я пытаюсь рассказать, который раз ты меня перебиваешь. Сколько можно вот это вот убожество слушать, то, что ты несешь этот бред? Я не могу уже, слушай, у меня кончается терпение, поэтому, пожалуйста, дай мне сказать. Вот, иначе никакого нормального диалога не будет. Ситуация такая, он какому-то бомжу пожертвовал 1.5 миллиона, вот. По факту он этих денег лишится в обоих случаях. Что бомжу он их отдаст, что он отдаст бомжу, и у бомжа стырят эти деньги. Но у бомжа стырили сундук с этими деньгами, но технически же оттуда нельзя достать деньги, правильно? Ну, ясное дело, бомж он за свои деньги
пошел как бы качать чела, который стащил сундук. Он достал оружие. Вот, это его погоня. Она попадает в исключение армии ТРП. Но он нарушил законы города. Он улетел в тюрьму. Следом за ним улетает в тюрьму он, но у него также нарушение, потому что он бегал с оружием по городу. И ситуация к нему конкретно не относится, только косвенно. То, что вот он там задонатил 1,5 миллиона, и эти 1,5 миллиона у бомжа стырили. Но не похож он на Робин Гуда, да и тем более профа у него не та самая, чтобы защищать бедных и так далее. Он занимается исключительно своими делами. Я попросил тэпнуться его. Я до сих пор склоняюсь к нон-РП или же армии ТРП. Потому что нон-РП, он там в помощники записался кому-то. Бегает, стреляет по городу, и его ничего не смущает. Он думает реально то, что он, если менту скажет, то что вот, да я убил чела просто потому, что он 1,5 миллиона стырил у бомжа, которому я задонатил. Я его не убил, во-первых, по логам. Ну ты же говорил, что ты его убил. Я посмотрел по логам, я его не убивал. Ну хорошо, пусть будет так, но ты все равно стрелял. Этого факта ничто не может отменить. А факт того, то, что у тебя возьму нормально? Далее я прошу, чтобы он выдал себе наказание за армию ТРП. Сначала я думал, что это только армия ТРП. 5 минут всего лишь наказание, но человек решил растянуть. Он перестал разговаривать по теме. Он дал мне ясный ответ, то, что он не будет говорить по теме этой жалобы. И он, в принципе, не хочет вести нормальный диалог. Единственные его ответы это были то, что у тебя voice mode, тэпни еще кого-нибудь сюда, тэпни одного человека, другого, третьего, вот сейчас еще кто-то тэпнется. Ну, то есть, ищет того, кто его может выгородить. Отказался он, в общем, себе выдавать наказание. Я не отказался, сказал, все, выдашь за voice за voice, я сам себе выдам. Да, еще ты не совсем адекватно себя вел на жалобе, когда ты где пытался там спросить... Выдам ли я себе за voice mode, ты спрашиваешь в каком-то оскорбительном тоне, вот это, ты въебешь себе за voice mode? Ну, дядь, давай будем честны, въебывать ты будешь где-нибудь там в жизни, не знаю, на этой, на каторге какой-нибудь, но здесь тебе будут просто выдавать наказание. Выдавать баны я не могу, и поэтому мне в любом бы случае потребовалась помощь на борке. Я склоняюсь к нон-РП, армии-ТРП и правилу вот администрации. Админобус, скорее всего. Я его забанить не могу, он этим пользуется, он это знает, он этим обузит, и все. Вот, вся ситуация. Я что-то не так из этого описал, то, что ты там погнался за челиком. Просто спокойствие, ребята, держать. Каким бы мерзким оппонент не был. Выебешь себе бан. Ну и шо, ты украл коробку, он с этой коробки деньги никак не достанет при всем желании. Я не отказывался ну выдавать вот, себе джайл. Смотри, где запрещено не видел? Наказывать зачем себя по решению рассматривающего говорю? Жалобу донатного администратора, если нарушение подтвердилось. Ну вот это я же говорю 2,8. Это и есть админобус. Кто тебя перебивает? Я с человеком разговариваю. Я сейчас начал говорить. Я говорю с человеком прежде всего сейчас, а не с тобой. Я себе не отказывался выдавать. Да, я а что тогда не выдал? У тебя voice mode, друг. А потому что у тебя voice mode, нет? Это не повод не выдавать наказание себе. Я что-то не помню такого в правилах упоминания. Если у какого-то человека voice mode, то вы можете нарушать какие-то правила. Я не знаю, админ наборные куда лучше знает меня правила. Может, он подскажет? Есть такое правило? Если вот voice mode у админа, разбирающего ситуацию, я не отказывался себе его выдавать. Слова не имеют никакой вес. А, ну вот, видишь? Я себе не отказывался выдавать нарушения. Ага, а что ты до сих пор тогда не в джале, не в бане, вот мне интересно. Я отказывался выдавать себе нарушения. Ну я тогда тебе вопрос задаю, что ты до сих пор тогда не в джале, не в бане и так окей. Далее? Окей, жди. Не надо, у тебя уже админобус, все, не выдавайся. Какой админобус, если не отказывался выдавать, алло? Слушай, ты... Сказал мне что, когда я тебя попросил несколько раз выдать себе наказание? Ты сказал, я сейчас выдам и улетел? Что, я себе не отказал, я себе ты не отказал. Ты тянешь время. Давать наказание. Да, ты тянул время. Я не тянул. Ну а что ты делаешь? Почему еще? Должен быть я наказан, а ты нет, то, что ты играешь с voice modом? Потому что у меня есть разрешение на этот voice mode. Круто. Круто, да. А у тебя нету. Все, доволен? Я уже сразу ему сказал, чтобы он себе просто выдал 5 минут за армию ТРП, и мы на этом расходимся. И расходились мы до тех пор, пока он не затянул время, чтобы ты или еще какой-то игрок сюда не попал. Вот. Я как бы нисколько не против, это выбор человека, либо на 5 минут улететь, либо на сутки и более. Я себе не отказывался выдавать нарушение. Ну, ты согласился?
то, что ты себя выдашь. Я не отказался себя выдавать. Ты понимаешь, на каком я с тобой языке говорю? Нет, не понимаю. Я твой голос очень плохо понимаю, к сожалению. А почему отвечаешь? Давай нормально тогда. Слушай, ну это уже было... Знаешь, сколько ситуаций таких повторялось? И то их там душить не хотели. Ну чел берет открыто... Он тебя звал? Давай вот так вот уже, по-честному. Тебя вызывал? Да, я его позвал. Ты можешь ну вот, видишь. Там, нет, но он тянул время технически. Есть разрешение вот на этой штучке. Вот. Он тянул время. Он ставил мне условия, поскольку я, типа, разбираю жалобу эту, ну, ситуацию. Почему он мне ставит условия, при каких условиях он себе выдаст наказание? Что за прикол? Но если у меня есть, к примеру, восьмот, предположим, у меня не было бы разрешения. Но подал бы жалобу, заснял бы демку, выкинул бы на форум. Если бы у меня не было разрешения, ее бы рассмотрели, меня бы забанили за это. Вот и все. Нашел, за что уцепиться, восьмот. Ну что, доволен? Ладно, давай меня похуй, блядь. Че говоришь? Говорю, раз похуй, че мы тут сидим столько времени? Мне было интересно, потому что гоняешь твой смодом. Нарушение не отказывался выдавать. Я не говорил то, что я не выдал себе это нарушение. Не говорил, не говорил. Таких слов от меня не было, да. Таких слов от меня не было, к сожалению, да, да. Слушай, припадочный, но ты же не согласился себе выдавать наказание, правильно? Я не отказывался его выдавать. Ну вот, видишь, не согласился. Ты даже на вопрос такой обычный, стандартный, не можешь нормально ответить. О чем речь можно вести дальше? Ну, потому что я не хочу с тобой общаться, потому что восьмок. Ну, ты же до сих пор со мной общаешься, что такое? Биполярка, что ли? Спасибо. Вот что за дебилы на Dark RP, ну блядь. Ну вот у тебя наказание 5 минут джайла. Ты вот отсидел 5 минут, он бы уже минут 20-15 назад бы уже давно бы вышел. Пошел бы дальше играть. И если бы там реально было бы нарушение, он подал бы просто жалобу с демкой, и меня бы наказали. Сука, ну нету мозгов у людей на Dark RP, вот в который раз убеждаюсь. Вместо 5 минут джайла он выбивает себе 2 дня с лишним бана, блять. Еще осенью 22 года люди, когда я на Гамбите, на Васте и так далее снимал. Кстати, если хотите на этих серваках, может быть, какой-нибудь, чтобы я видосик дропнул, там, Мэджики, Васты, Гамбиты, потом еще что там, другие, на которых я сейчас пока не захожу. Если хотите на этих серваках видосик, то напишите, там, не знаю, может, в топы продвиньте, я посмотрю на это. Вот, решу по вашему активу, в общем. Вот я когда там снимал, мне какой-то комментатор написал, то, что вот, у людей вообще, ну... нету мозга в том плане, что вот им грозит, ну, условно, там, 5-10 минут наказания. И они отказываются себе выдавать и выбивают себе тем самым, да даже там 3-4, а то и больше срок бана уже, даже не джайла. То есть ты даже банально на сервак не зайдешь, а так ты хотя бы в джайле можешь там за людьми следить, ну просто время на серваке проводить. Это даже, понимаете, не то что они неправильно расставляют приоритеты, у них в принципе, блять, приоритетов нету, им просто, сука, не нравится, что кто-то у них нашел какой-то недочет во время их игры. А вы мне еще потом некоторые пишете, но не все, конечно, но бывают, находятся такие, то что вот ты, сука, ошибок не признаешь, слушайте, ну, меня, помню, в ролике мы задрочили школьника, ну чисто по фану, было, да, ржачно, но... Хуйню сделал, да, я как бы в этом признался. Нарушил правила, я в этом признаюсь почти постоянно, если там реально нарушение какое-то есть. И самая такая прикольная штука у них на добивочку. Они сначала так очень заинтересованы в дискуссии, то что вот, да как ты у меня, сука, посмел нарушение найти, у меня нет нарушений, я не буду сейчас себе ничего выдавать, тянут время, зовут какого-то админа постарше, возможно, из своего клана, чтобы он их прикрыл. А нихуя оказывается. И выходит так, то что им светит еще раз в 10-30 большее наказание по времени. И в конце они говорят, ой, да, как бы похуй, просто было интересно. Сука, ну что за наивный пиздеж такой? Просто было интересно. Ну, надеялся же по-любому, что тебя будут выгораживать. В этом вся, сука, натура Dark RP-шников. Если у меня нашли нарушение, я позову какого-нибудь, не знаю, старшего админа или же админа из клана. А нихуя. Что там полицейский? А где, когда он успел продать? А, вот, у меня появился розыск Тошика Мефедронова. Понял. Ну, давайте почекаем, где этот Тошик Мефедронов. Хорошо. Вот оно, сука, даже не переоделся перед тем, как сдавать, да, товар? Ебать. Я тебе не буду больше в твоем казино играть. Вы разыскиваетесь? Я миллион платил. Из-за сбыта.
веществ. Там я миллион потерял. Арест. Вот она, еще одна Dark RP обезьяна с обостренным чувством справедливости, которая берет вместо профессии мафии, оказывается, профессию Робин Гуда и помогает слабым и защищает их от полиции. Немного потом он будет говорить, что он случайно достал оружие, случайно выстрелил из него, и его вот такого вот непорочного просто так втянули в перестрелку. Представляете, как не повезло? Ну, прям-таки тройной лох. Слушай, а подскажи, зачем ты начал стрелять по госсотруднику? А, да? Ты стрелял из подземки. Ну вот, вот этот вот туннельчик. Ну что нет? Ну вот, видишь, да, отлично. Ну, считай, грубо говоря, подземка. Ты там чуть забежал перезарядиться, выбежал, опять начал стрелять. А от кого? От кого защищался ты? Давай, нахуй, расскажи мне. Мент же на тебя напал, сука. А давайте почекаем. Вроде от тебя, а чё, ты по нему первый выстрелил, что ли? Зачем? Пиздобол, блядь. Ну это ты мне уже скажи, ты же стрелял? Или у тебя память кратковременная плохая? Это ж было только что. Ну ты меня пытаешься надурить просто вот весь этот разговор. То ты не стрелял в него первый, то он сам такой вот весь из себя плохой, ты только защищался. То еще какая-то херня. Ну все, хватит, а. Я был на месте того полицейского, в которого ты начал стрелять сам. Ты достал оружие, зачем, непонятно. Да, случайно достал оружие, из которого ты также случайно прицелился в полицейского, попытался выстрелить случайно и продолжал с ним случайно, вот непонятно как, вот, не знаю, вот невезение, да, какое-то, просто случайно начал с ним ебашиться, да, при свидетеле. Привет, в общем, дело такое, мне недавно пришла ориентировка по РП на разыскиваемого человека, который сбывает наркотики, вот. Как я его вычислил? Я пришел в место примерно, где обычно сбывают наркотики. Он был в комбинезоне и подходил под ориентировку. Я его повязал, и когда я его вязал и пытался уже арестовать, но я его арестовал. А он достал оружие, double barrel, и стрельнул, но мимо. Начал перестрелку из ничего. Они не были из одного клана, то есть, ну, причины не было. В перестрелке он меня убивает. Я его тэпаю, хочу узнать, зачем он это сделал. Он говорит то, что да, это вот я то защищался, то еще что-то. Да, там куча людей было. Они все разбежались, как только перестрелка началась. Ну, понятное дело, ФРРП и все такое. Вот. И он то говорит, то я не знаю, там, то я первый начал стрелять, то ли он. Но я это все сделал случайно. Ну, знаешь, случайно вот так вот достать ствол какой-нибудь и навестись на мента, который в этот момент кого-то арестовывает, и случайно выстрелить еще при этом, отбежать, перезарядиться и продолжать перестрелку. Ну да, случайно вышло. Да, и ты после того, как перезарядился, ну во время даже того, ты также обернулся и посмотрел, куда я ушел конкретно. Случайно тоже вышло. Не, там бомжи были даже. Вот там, я сейчас смотрю, вот даже мотну. Вот есть один бомж Морган, у него ник. Давай сейчас я Дискорд наберу, если не знаю. Просто фрагмент этот покажу, и все. Окей. Привет. Привет. Так, сейчас я экран тебе покажу. Там только моя звуковая дорожка, я там говорю, ну, перед тем, как человека арестовать, это же вот ты и попался, и все такое. На меня смотрит, вот на меня целится уже с таблой. И вот тут он уже стреляет, и видишь, перезаряжается там анимация, типа поднимает руки вверх. Ставился под перестрелку, это можно считать как за ФРП. Плюс нон-РП в том, что он пытается спасти человека при куче свидетелей, то есть он раскрыл свою криминальную деятельность. И он взял специально, то есть 1.13, это видно нарушение, правильно? Еще что-то да, есть добавить? Да, нет, нет. Ну, вот он сидел, пиздел мне всю жалобу, что он это случайно сделал. Но я же понимаю, что это не случайно. Сосиска у вас ФРП, нон-РП и 1.13. На этом все? Да, спасибо, спасибо. А то я баны не могу выдавать, тебя постоянно дергаю.
ты мне за что, это моя работа. Спасибо, Мина, которая уже ролик выручаешь. Ну а вот начиная с этого фрагмента, я попал на тусовку ролевиков. Ребята решили отыграть полное погружение в средневековье, и вместе с этим они получили тяжелые латные доспехи, большие мечи, луки, стрелы и все с этим вытекающее. Я же остался при своей черной магии в виде шокера, наручников, арест, палки, автоматов и пистолетов и так далее. Вы не подумайте, ребята, я не обломщик. Там, где проводится какой-то реальный вот РП-процесс в этом стиле, я туда не лезу, ребятам процесс этот не ломаю и никак им не мешаю. Я бегаю по серваку и нахожу челиков, которые там бегают в доспехах и страдают просто-напросто хуйней. Ну вот потому что думают, что сейчас правила отключились. Но мы с этого момента берем во внимание правила города, что запрещено ходить на готове с оружием в руках и использовать его в общественном месте. А также правила армии ТРП. Ёбаный в рот, тоже. Блядь, так что нет, за челиксы нахуй? А можете выдать меч, если сложно? Отойдите. Сложно. Армия ТРП же запрещает без качей носить оружие. Сложно. Спецназ, можете пока без оружия побегать, нет уж необходимости. Спасибо. Хочу пройти вон туда. К стене встаньте, пожалуйста. Просить на неё хочу. Вандализм. А, что? К стене встаньте, пожалуйста. Мужчина. К стене. К стене. Уберите меч и встаньте. Зачем? К стене. Ну тебя. Дай нам три серебряных. Ну, объясните мне. Ладно. Да, неподчинение. Пятый закон о неподчинении в тюрьму. Вы что делаете? Нет, я, конечно, не то, против. То, что должен. Ну, кузнец, который раздает экипировку, прикольная, кстати, идея, мне понравилась. Потому что они приходят в обычной одежде гражданской, а потом они такие раз и в доспехах. Ничего, не обращайте внимания, мы тут ведьму распушим. Пятый закон нарушен. В Киевской Руси сейчас подпишемся, а это... Ходит, блять, машет, ебаный самурай. Здравствуйте, вот данный человек на вас жалуется, что вы его просто арестовали возле ворот в замок. Почему вы меня арестовали? Вот просто это ни за что, можно сказать. Просто к воротам подошел. Я вообще-то говорю причину, когда я арестовываю кого-то. Да там все орали просто. И причина, и какая же причина? Ну ты оружие в руках держал какое-нибудь? И что? Это повод. Я просто поворотом чуть-чуть ударил. А, ну да. Я же сказал, повод? Хулиганство и пятый закон нарушены. Все. Ну а я тебя тогда просто чуть-чуть посадил. Что такого? Ходили. А это пятый и одиннадцатый закон. Порча имущества и ношение в открытом виде оружия. Да не, он всего лишь просто мечом размахивал возле мэрии, да. И носил его в открытом виде. Всего лишь. Ну, вот всего лишь посиди в тюрьме. Ладно, все, вот снова можешь телепортироваться обратно. Удивительный народ, блядь, я просто в ахуе. Я буду магом среди первобытных челиков, я буду просто в них молниями шмалять вот этими вот. Вот сейчас нарушит какой-нибудь чел закон пятый, и все, пиздаем. Пожалуйста, он. Пятый, сука! Бежим! Чернокнижник врет всем на голову! Все, спасибо. Ну ладно, сейчас. Чтобы не первый. Да, вы там что-то ребята ивент РПшку какую-то отыгрывают. Я конкретно туда в пекло прям не лезу, потому что, ну, во-первых, мне вот эти все ивенты никогда не были интересны. Какими бы они хорошими не были, правда. Но я выискиваю челиков, которые на волне всяких ивентов начинают страдать хуйней, бегают с оружием, какие-то свои недрпшки придумывают, что вот там надо кому-то руку отрубить, чуть ебанутые совсем что ли. Один там со стволом, другой с мечом ходит, уже просто хуй забили на правила. Ну не-не-не, надо исправлять. Здравствуйте. Мы должны полностью вытереть. За нами преследование. Игнорируйте. Я как понял, ребят, я сегодня один, да, из всего этого города не вмазался по Вене, правильно? Игнорируйте. Это когда ты идешь по улице и встретил ролевиков, блять. Я помню, в автобусе ехал в Мегу вот эту Аксайскую. Чел заходит с щитом нахуй на руке. Думаю, пизда, блять. Откуда у простолюдинов оружие? А я, кстати, колдун. Мне кажется, он не верит. Очень рад. У него крем-брюли.
Да, да, мне да, кажется, пойдемте, властью данными нам мы можем совершать самосуд, сэр Виктор. А, самосуд, а что значит самосуд? Просто безумно прав. Чё? Он даже не знает, что такое самосуд. Нам точно нужно сделать. Постойте, постойте, голубчик, постойте. Не-не, вы палки уберите свои, а потом подходите говорить. Давайте, давайте, что-то к нам едет. Нападение. Черт возьми. Черт возьми. Нет, не возьми. Ты чё, блядь, куда лезешь на колдуна, сука, нахуй? Пизда, блядь. В натуре фокусник. Ебать! Тазер, наручники, арест. Тазер, наручники, арест, ебать. Сука. Самосуд он, ебать, хотел устроить. Вы чё, блядь? Я стреляю молниями, суки неверные. Дострелялся. Чё за хуйня? Я как будто один не под чем-то играю, блядь. Черная магия. Да, черная магия. Это черная магия была. А, ношение. Черная магия. Это никакого оружия. Арестуй его. Да уже.